Прислушайтесь, вглядитесь. Убивают время. Убивают время сообща и в одиночку. Будто бы друг с другом соревнуются, кто скорее. Бывают в полдень, бывают ночью. Убивают время нахально и молительно. Убивают время стыдливо и истошно. Убивают прямо перед окнами милиции. Что там перед окнами? За окнами тоже. Люди спотыкаются, погоду ругают. На площадках лестничных толкутся вдвоем, зазывают в гости. Так и предлагают. Приходите как-нибудь. Вечерок убитом. Люди суетятся, люди верят в слухи, ссорятся, ждут из Саратова родных, убивают время, после моют руки, чтобы не оставалось крови на них. Люди убивают время отрешенно, пухлые портфели загадочно несут, убивают собственное время и чужое. И никто за это не зовет их в суд. И никто ни разу не вручает похоронных. Мол, погибло время. Нужнейшие зазря. Падают минуты повзводно и поровно, начиная с самого 1 января. Мертвые минуты молчат, не обижаются. Мертвые минуты выстраиваются в века. Зачем люди плачут? Чего докторам жалуются, что мало успели сделать, что жизнь коротка?